Тяжелая техника утрамбовывает песок рядом с жилыми домами. Тут будет кусок дороги, которая заменит улицу Пугачева. Ее закроют на реконструкцию как минимум на один год и расширят до 4 полос с тротуарами и проездами, а также с наружным освещением. В апреле месяце были заключены муниципальные контракты на строительство, на реконструкцию улицы Пугачева. По этому проекту, значит, переустройство множества сетей коммуникаций. Это сети водоснабжения, газоснабжения, сети напорной канализации, множество силовых кабелей 6-киловольтных будет переустроено. Также большой объем сноса. По первому этапу у нас 10 земельных участков. Это Пугачева 300, там есть и объекты коммерческой недвижимости, жилой. По второму этапу у нас таких участков 59 земельных. Чтобы выполнить все работы побыстрее, улицу Пугачева закроют на промежутке от Геофизиков до Бородинской. Это место придется огибать по специальной объездной дороге. Ее с нуля собираются построить уже к июлю. Значит, по срокам строительства объездной дороги мы планируем завершить ее в июле месяце текущего года. Планируется по проекту устройство боковых проездов, как правый боковой проезд и левый боковой проезд, для подъезда к магазинам, к домам, вот к существующей территории. Вот на объездной дороге, да, вот там в районе Бородинской, в районе Геофизиков, будут устроены общественные остановки общественного транспорта. Большой крюк придется делать по Бородинской, испытателей и Геофизиков. Объездная ляжет сразу на 3 улицы. При этом путь за город напрямки по Пугачёва не закроют до тех пор, пока объездная дорога не будет готова. Придется обустроить перезапуск движения с улицы Пугачёва для полного перекрытия Пугачёва. Как только перезапускаем движение через объездную дорогу, будет полное перекрытие Пугачёва от ленты до улицы Бородинской. Режим работы 12-часовой рабочий день. По возможности будем выводить в 2 смены. Количество единиц техники будет задействовано около 30 единиц. Единиц техники, ну и людей, соответственно, рабочих примерно так же, около 30. Сколько времени придется тратить дополнительно на путь тем, кто едет, например, из Нагаева, неясно. Объездная дорога будет длиться чуть больше 3 километров. Время в пути зависит и от количества полос, которое тоже неизвестно. По проекту ширина проезжей части всего 6 метров, а в сутки здесь проезжает 50 тысяч автомобилей. Но делаем максимально все возможное, как бы в проекте было заложено 2-полосное движение, стараемся сделать 4-полосное движение, чтобы для городских жителей было проще и быстрее проезжать этот участок. В итоге улица Пугачева станет 4-полосной. По данным портала госзакупок, первый и второй этапы реконструкции обойдутся в 2 миллиарда рублей. Будет такая же дорога с 2-полосным движением в каждом направлении. Ширина полос 4,3 метра. Также переустройство коммуникации. На втором этапе у нас будет порядка 23 километров в общей сумме переустройства всех коммуникаций. Да, значит, у нас реконструкция рассчитана по муниципальному контракту 2022-2023 год. Сроки сжаты, да, пока все работы ведутся в графике. Объездная дорога, она останется, да, будет передана на баланс города. Напомним, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев, глядя на макет реконструкции улицы Пугачева, не разглядел на нем инфраструктуры для пешеходов. В ответ ему пообещали, что по ней точно можно будет передвигаться пешком. Егор Полторыхин, Виталий Федотов, телеканал ЮТВ.